Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха, и слов лукавых дешевизна, и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа. Я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь. К стене поставят, но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду. Своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил эту жизнь? Зачем нам представлять, что будет и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, когда мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, зачем нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты, и методы врага хитрее, и отречения моменты все незаметнее для людей. Условия у нас получше, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыто преисподня, чтоб даже избранных сломать. Проверь себя, не отречешься, когда наступят на мозоль. Спроси себя, над чем смеешься, как реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее, братцы? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасным кричим, я б умер за Христа. Но надо ли нам наставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа.